Жители улицы Воинов-Интернационалистов обратились к главе округа Владимиру Ружицкому с просьбой посмотреть и оценить, как же содержится территория, на которой они проживают. Вопрос работы торговых палаток, расположенных у домов, также был поднят. Об итогах этой проверки в нашем следующем сюжете. Смотрите, вот здесь дело сосна. Записали, засохло, убрали. Ямы на дорогах, выгул собак на территории детской площадки, массовые шумные посиделки с распитием алкоголя во дворе. Жители дома номер 15 по улице Воинов-Интернационалистов бьют тревогу. Не в силах справиться с ситуацией, они обратились к главе округа Владимиру Ружицкому. Нас беспокоит очень сильно, конечно, молодежь, которая приходит к нам совсем с других дворов. Они уходят от своих родителей, от своих соседей, чтобы никто не видел, как они безобразничают. Мы надеемся, что наши дворовые территории, наши площадки детские будут под контролем. И отдел безопасности тоже о нас позаботится, участковые и полиция. Состоянием детской и спортивной площадки глава округа остался доволен, но нашел ряд других недочетов. Здесь такая есть самая разнообразная торговля. Здесь не все гладко, не все хорошо. Это я поручу своим коллегам, специалистам. Здесь мониторить, проверить и качество продаваемого товара. Здесь хорошее такое достаточно место, территория, но она не очень ухожена, я так мягко скажу. Хотя здесь есть много чего и хорошего. Как отметил глава округа, улицу Воинов-Интернационалистов поставят в план благоустройства на следующий год. Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.